Сейчас брат Николай на нашей газельке подъезжает к библиотеке. Мы находимся на Украине, город Первомайск. У нас осталось всего два комплекта на Первомайск и на Кировоград, по-видимому. Надо еще не стонут, мне 74 года. Это надо просто любить свое дело. И я спрашиваю, это для чего вам это нужно? Вот столько, я 50 лет учился на это непрерывно. Я отвечаю на 4324 вопроса здесь. Политика, экономика, социология. Любой вопрос, который мне задавали. Там я вел занятия в воинских частях, милиции. То есть такой спрос был. Я отвечаю. Это моя страна, мой народ в грозной опасности исчезновения. Поставлена задача мирового правительства уничтожения нации славян. Я с этим не согласен. Поэтому я все делаю, чтобы люди познали Христа, жили для Бога, жили по Святой Библии, жили в любви. Другого оружия нам не дано. Евреи все захватили. Захватили, да. Везде работают мусульмане, да. Бороться надо, как любовь. Мы должны показаться Христом лучше. Нам не дано другого оружия. Я не могу стрелять из-за угла, не могу подрывать. Я могу только плакать и молиться, что мы и делаем. И видим плоды. Вот это. Шенгенская зона у нас вот это. Конечно, огорчительно, но вы поняли, Бог ждет нас здесь. Именно в Украину, вы видели, сколько уже в Украине, теперь, в Белоруссии. Да, Россия. Так что оставайся с Богом, теперь вы хозяин. Хорошо, ну, спасибо большое. Ну, труд у вас, конечно, это вообще. Тем более, вот который наш, посмотрите, вот зайдете когда на сайт, вот он сайт наш, это мой брат, протоиерей, то вверху написано будет на сайте православный форум Игнатия Лапкина, это я. В него только откните, и там 1440 тем. Тем. А есть такой еще YouTube организация. Да, да, да. И там канал Игнатия Лапкина. 970 роликов про нас. Это все для прославления Христа. Как Бога познать? Как спасти жизнь для вечности? Что мы искуплены кровью Христовой. Мы представляем огромную ценность для Бога. Какие мы счастливые. Бог дал нам святую веру, верить во Христа. И вот это я все, ну то, что преподавал студентам, везде, все это здесь изложено. Теперь, бывает иногда так, наш адрес я еще сейчас. Пожелают люди ответить как бы какой-то грамотой, ну, прислать. Я вам дам адрес, если пожелаете, можете прислать. А тут не указан, да? Так, что-то нажать? Нажать, да. Сейчас я.